дорогие друзья. Надеюсь, вы оцените мою заставку. Посмотрим доставку. За это ставим палец вверх за заставку. Ко мне пришла 3 посылки. Рассмотрим каждую в отдельном видео. В этом видео начнем, наверное, с самой маленькой, закончим с самой большой, которая пришла. Эти посылки я уже вскрыл, вот. Вскрыл и будем так смотреть, потому что не знал, что пришло и так далее. Скажу вам сразу, посылок едет, ну, достаточно много, штук 10 еще, наверное, заказывал, не знаю. Ну, рассмотрим вот эту, я чуть-чуть вскрыл, посмотреть, да. Вот тут, ну, смотрите, больше ничего нету. Тут только находится кабель. Вот такой вот кабель для iPhone 4, iPod, ну, для 4-х моделей там. Я взял чисто его, чтобы синхронизировать с компьютером iPhone, с компьютером, чтобы синхронизировать. Ну, видите, обычный кабелечек, только очень короткий. Потому что мой родной кабель от iPhone в док-станции, все подключен, там геморройно вынимать. А это вот вытащил, синхронизировал с компом, и удобно. Входит все отлично, проверил, уже работает. Входит, да, смешно, конечно. Работает отлично, свою функцию выполняет. За это ставим... Ничего мне не ставим, просто за мое видео ставим палец вверх. Не забываем подписываться на канал. Всем пока.